Всем привет! Сегодня у нас 3 октября. На авторынке «Зеленый угол» ничего не меняется. Как цены ушли в плюс 100, как минимум, так они там и остались. Вот то, что можно было купить за 700, сейчас стоит 800. На рынке сейчас завезли много машин. В принципе, есть уже выбор. Не такие пустые стоянки. Я предлагаю сходить прогуляться в прямом эфире. Заходите ко мне на канал, я специально создам опрос во вкладку «Сообщество». Там будет опрос, какого числа. Пройдемся по авторынку «Зеленый угол», посмотрим наличие машин, цены. Ну и, как всегда, отвечу на вопросы. Вот. Ну, сегодня, сейчас смотрим. Есть такой Outlander PHEV гибрид под капотом 2 литра. Это полноценный гибрид. 14-й год, 4 балла, 147 тысяч пробег. Вот цена такой машинки 1 450 000 сейчас. Комплектация у него G. Подвинута сидушка, конечно. Полный мультируль. Лепестки. Японские туманочки. Все родное. Кожаный руль. Пятая дверь электро. Движение по полосам. Антиюз. Здесь менюшку листать. Подогревы передних сидений. 4 ВД. Ну, чарджинг сейф это... Ну, можно поставить чарджинг, будет работать двигатель, заряжать батарею. Сейф принудительно на батарее. Вот. Селектор. Климат-контроль. Магнитолка. В принципе, неплохая. Вот. Так называемая розеточка или прикуриватель. Батарея на них нужно проверять обязательно. На любых пробегах. У него, в принципе, как у Лифа идет значение. То есть есть программка родная, и которая показывает остаток. Резина новая. Вам подсказать? Очень много места в нем. И спереди, и сзади, и большой багажник. Здесь такая вот есть вообще приблуда. Смотрите, это, как продавец сказал, для удочек. Японец поставил. Клиренс у него хороший, в принципе. Давайте сразу снизу. И пойдем под капот. Данный экземпляр на литишке, на зимней новой резине 19-го года, 225/60/18. Инвертор, коробка. По обслуживанию расскажу потом. Тут не так все просто, не так все легко, начиная от замены масел, заканчивая свечами. То есть не все просто, надо знать. Вот, и не в каждом каталоге правильно даже свечи найти можно. Вот попробую как-нибудь снять обзор по этой машине. Вот при запуске эти моторы любят немного потрескивать. Вот на это внимание не надо обращать. Это вот такой принцип работы. Но в кавычках, если сказать. Такой вот вариантик. X-Trail в 32-м кузове. 16-й год. 3,5 балла, 101 тысяча пробег.
цена 1 400 000. Так, у нас резина 18 года, 225-65-17. Ну, состояние вот липучка, конечно, как новая. Капотом также 2 литра. Так. Обычный руль, пол мультируля, туманоконец, айстоп, корректор фар, туман, вот, кстати, туманочки, антиюз. Дальше. Также 4 ВД, все переключается. Подогревы сидений, горный спуск. Вот, вариатор, климат-контроль, магнитолка. Места тоже очень много. Багажник у них большой. Сонарчики стоят. Вот она, двушечка. Здесь, в принципе, все просто и легко. Вот. Ну, Nissan немного, конечно, отличается от всех качеством. Оно у него минимальное, если так можно сказать. Но зато вот вы за эти деньги получаете такой вот классный кроссовер. Есть немного подешевле машинки. Toyota Passo в новом кузове 17 года. 4 балла, 87 тысяч пробег. Цена у него 535 тысяч рублей. В этом бюджете это самый идеальный вариант. Здесь ключевой. Я имею в виду технический. Да и места в нем очень много. Вот что спереди, сзади. Здесь такой вот диванчик идет. Хорошенькая панель. Климат-контроль, вариатор, магнитолка, обычный руль, такая вот приборка, кнопка старт, движение по полосам, айстоп, антиюз, туманочки здесь поставили, корректор фар, вот они, камеры стоят. Много раз уже повторял, что в бюджете 500-550 тысяч, это самый идеальный вариант из беспробежных машин. Багажник у них не такой большой, но, в принципе, по городу кататься, с магазина пакеты закинуть вполне хватит. Ну и в салоне очень много места у него. То есть, с виду он такая маленькая, но вот новый кузов, он еще широкий идет. Поэтому дискомфорта никакого не будет. Сейчас покажу под капотом я. Трехцилиндровый литровый двигатель, вариатор, все максимально просто и качественно.
из трехцилиндровых двигателей это самый лучший технически, самый качественный, самый хороший. Аксио гибрид. Под капотом у нее 1.5. Все стоит от Аквы. Все один в один. Мотор, инвертор, планетарка, батарея. Все как у Аквы и Филдера. Аукцион лом. Я говорю уже, что в Алиаде, если бить его, оценки не будет, а в родной бумажке будет. Вот она, родная бумажка, 4 балла, 116 тысяч пробег, цена 819 тысяч. Гибридная Аксио. Дверь открыта, да? Такая машинка. Значит, что у нее здесь есть? Здесь на стеклоподъемнички, центральный замок, также серенькие сиденья. Она на ключе. Зеркала складываются, регулируется, корректор фар. Но она идет уже на климат-контроле. Немного другое табло, то есть вот с меню, как у Филдера. Вот, ну сейчас выключена машина, не будет показывать ничего. Вот магнитолка, ну в принципе да и все. Вот розеточка, ручник, все режимы, все как у Аквы или Филдера. Я много раз снимал эти машины, в принципе, не буду дальше останавливаться. Остановлюсь под капотом. Они идут на 15 колесах, 175-65 родная. Вот мы видим тот же мотор, инвертор, коробка, все то же самое. Все максимально практично, классно. По батарее стоит такая же 20-ячейковая. Prius 15 года в 30-м кузове. Цена у нее 975 тысяч, 4 балла, 127 тысяч пробег. Вот он скрин с Алиада, S комплектации. Такая цена сейчас. Светленький такой салончик у него. То есть цена за месяц улетела в плюс 100, как минимум. Ох. Мультируль. Климат-контроль. В принципе, все как магнитолка стоит. У Аски все простенько. Думаю, 30-ку комментировать смысла нет, просто покажу, что на рынке 4-бальные хорошие есть. Да, да. 2000. Колеса стоят на 15, родные. Кто не знает, под капотом
у этих машин 1,8, 4 цилиндра, планетарка, инвертор. Все ходит долго, мотор свои там 300 тысяч вообще спокойно отбегает, батарея отбегает 200 тысяч. Вот, коробки инвертор вообще убить практически невозможно. Я про эти машины уже рассказывал. Батарея 28 ячеек, никель-металл гидридная. И у этих моторов заглядывайте всегда вот туда, сзади на лобовину. Если там сухо, значит порядок. Мало ли кому нужно будет. Mazda Demia, 16-й год, 4 балла, 91 тысяч пробег. Есть подкрасы, но такса целая. Двигатель у них 1,3. Цена машинки 670 тысяч рублей. Сейчас было клиенту проверено. Отчет весь отправлен. Обычный руль. Пол мультируля. На крутилочках. Мониторчик. Кнопка старт. Бесключевой. В принципе. Айстоп, антиюз, корректор фар. Подлокотничка нет, ручничок только. Вот. 12 вольт. Вариатор. Зеркала регулируются. Стеклоподъемники все. Место, смотрите. Багажник. Ремкомплект, домкрат, баллонник, все здесь лежит. Mazda Demia, 16-й год, 4-бальная, 670 тысяч. Toyota Sai 16 года, гибрид, под капотом у него 2,4, полноценный гибрид, естественно. Вот. 16 год, статистику я привожу. Миллион 549 тысяч стоит. Ага, получается. На литишке. 18-м на летней резине. Такой красивый. Пробивайте, смотрите, пробивайте его по номеру лота. То есть я статистику привожу. Лот будет 29241 по номеру лота. Вот здесь уже класс повыше. Электросиденье. Климат-контроль, естественно. Такой вот джойстик стоит, то есть монитор выдвигается.
приезжает, вы включаете, монитор выехал. И вот здесь джойстик. Ну все, на кнопочках. Все классно. Естественно, полный мультируль. Кожаный руль. Круиз-контроль. Туманочки. Все-все это уже идет. Кнопки старт. В общем, все есть. Здесь у него и подлокотничек. И вот ключи принесли. Спасибо. Здесь подстаканнички. Все так приятненько. Раз. Вот, раз ключи есть, давайте запустим. Вот он выезжает, монитор. Требует карту. Поэтому мы сейчас его не посмотрим. Ну вот видно, как джойстик ходит. Вот. Память сидений. Места в нем тоже достаточно много. Такой хороший седан. Раньше он, конечно, популярнее был, сейчас почему-то менее. Но и на рынке сейчас найти тяжело. Хороший, вот такой бальный. Очень тяжело. Их вообще стоит единицы. Плюс еще и целый найти, конечно. Заводской герметик.